Выполняет поиск в заданном квадрате. Я 822. Слева 30, удаление 2. Вижу цель. 823, занимаем исходное. 823, понял. Кумач, я 822. Цель в заданном квадрате обнаружена. Разрешите атаку. 822. Я Кумач. Атакуйте. Основными способами боевых действий при уничтожении вертолетов противника являются последовательный ввод в бой вертолетов из положения дежурства, действия из засад и самостоятельный поиск и уничтожение охота. Ведение боя летчику необходимо хорошо знать тактико-технические данные, маневренные возможности, вооружение вертолетов противника и иметь устойчивые навыки в определении дальности до цели. Для определения ракурсов цели при занятии исходного положения и в момент применения оружия проводятся тренажи на расставленных вертолетах. В исходном положении цель проектируется под углом 60-70 градусов. При этом ракурс цели составляет около 3/4. Полетом на воздушный бой предшествуют полеты на пилотаж в составе пары, на атаке воздушных целей с условным применением оружия. Предполетной подготовки экипажи проигрывают последовательность выполнения маневров с учетом конкретных условий.
ведении боя на дальностях до 3000 метров применяются управляемые ракеты. В ближнем маневренном бою на дальностях до 800 метров наиболее эффективным является стрелково-пушечное оружие. При ведении воздушного боя наиболее эффективной боевой единицей является пара вертолетов. Возможность поиска цели при полете ее на предельно малой высоте резко сокращается. И даже при хорошей видимости дальность визуального опознавания составляет не более 3-5 километров. Для более тщательного просмотра воздушного пространства необходимо периодически менять пеллинг вертолета на противоположный с осмотром задней полусферы. Помощь экипажам в обнаружении цели осуществляется с помощью РЛС-наведения. Особенно это важно в сложных метеоусловиях. Для быстрейшего опознавания воздушной цели летчику-оператору необходимо использовать прибор наведения в режиме 10-кратного увеличения. После опознавания цели в процессе сближения с ней ведомый занимает относительно ведущего дистанцию 250-300 метров и интервал 50-100 метров. Дистанция между целью и ведущим составляет 800-1000 метров, интервал 500-700 метров. При сближении по кривой погони с нулевым углом упреждения ось вертолета направлена прямо на цель, удерживаемую на вертикальной линии сетки прицела. Ракурс цели при таком сближении быстро уменьшается до 0 четвертей. Для перехода в атаку и открытия огня на заданной дальности требуется лишь небольшой доворот в сторону полета цели на угол упреждения. В процессе сближения с обороняющимся вертолетом ведомой пары выдерживает место в боевом порядке. При сближении по кривой погони с положительным углом упреждения продольная ось вертолета направлена впереди цели под углом 10-15 градусов. Этот способ характерен более медленным уменьшением ракурса цели и дает возможность выполнять атаку цели под ракурсом 1/4 и более. Для выполнения атаки в этом случае необходимо довернуть в сторону цели до заданного угла упреждения. При обнаружении цели на большой дальности и под большим ракурсом, когда экипажу трудно определить параметры сближения, применяется комбинированный способ, состоящий из последовательного использования нескольких способов сближения. Рассмотрим, как влияют ошибки летчика в определении угла визирования при занятии исходного положения на точность выполнения атаки.
Исходное положение соответствует максимально возможной величине ракурса цели в момент начала атаки, проводимой на границе области возможных атак. Атаку из этого положения надо выполнять энергично с креном до 30 градусов. Исходное положение 2 занято с углом визирования на цель менее заданного. При выполнении атак с такой ошибкой ракурс цели уменьшается до 0 четвертей раньше, чем атакующий выйдет на дальность открытия огня. Для исправления ошибки атакующему необходимо выполнить плавный доворот в сторону цели с креном 5-10 градусов или продолжить полет с прежним курсом до угла визирования на цель 40-50 градусов. Исходное положение 3 занято с большим углом визирования. Летчику следует более энергично и с максимальным креном выполнить доворот в сторону цели. В этом случае из-за малой дальности до цели летчик испытывает дефицит времени, поэтому атака выполняется без точного прицеливания. Рассмотрев способы сближения и характерные ошибки, допускаемые в процессе сближения, перейдем к одному из возможных вариантов воздушного боя пары вертолетов с одиночной целью. Ближний воздушный бой скоротечен. В нашем фильме в учебных целях его этапы разнесены во времени и выполнены на малых скоростях. По тактическим соображениям, а также с целью исключения срыва наведения ракеты с тепловой головкой самонаведения, атаку необходимо выполнять, как правило, со стороны Солнца. После принятия решения на атаку, летчик включает вооружение и уточняет прицельные данные. До ввода обороняющегося в маневр ведомый выдерживает место в боевом порядке. Необходимо помнить, что для срыва атаки обороняющийся будет выполнять маневр в сторону атакующих. Вот так это выглядит на схеме. Ведущий производит прицеливание и стрельбу до разворота цели на угол 120-140 градусов.
затем выполняет отворот от нее во внешнюю сторону. Выход из атаки необходимо заканчивать на дальности до цели не менее 200 метров. После выхода ведущего из атаки, в случае непоражения цели, ведомый атакует ее, имея запас высоты относительно цели 30-50 метров. Когда цель будет проектироваться под углом 50-60 градусов, ведомый выполняет энергичный доворот на нее с креном 30 градусов. И, убедившись в выходе из атаки ведущего, переходит на кривую прицеливания. Ведущий занимает тактически выгодное положение для выполнения повторной атаки цели после завершения ее ведомым. Ведомый с пологого пикирования производит прицеливание и стрельбу из стрелково-пушечного оружия. Выход из атаки ведомый выполняет с таким расчетом, чтобы траектория его полета проходила между обороняющимся и ведущим. Для непрерывного воздействия на противника после выхода ведомого из атаки ведущий атакует цель, а ведомый занимает тактически выгодное положение для атаки цели после завершения ее ведущим. Для успешного ведения воздушного боя летчику необходимо максимально использовать боевые возможности своего вертолета и учитывать маневренные характеристики вертолетов вероятного противника.